связи с инцидентом на азербайджано-армянской границе 16 ноября заместитель командующего войсками Южного военного округа России Рустам Мурадов вернулся из отпуска раньше времени, чтобы осуществить посредничество между двумя странами. Стало известно, что прибывший в Баку за задержанными провокаторами Мурадов, возвращаясь в Ереван, увез с собой только труп старшего лейтенанта Тарона Саакьяна. Словом, генерал, приехавший сюда в кавычках с высшей миссией, не достиг той цели, которую рассчитывал добиться. Каждый раз, когда Мурадов отправляется из Баку в Ереван, вся Армения начинает лелеять надежду, что российский генерал привезет с собой и задержанных диверсантов. Возможно, он пообещал это своим армянским друзьям, однако стоит напомнить, что официальный Баку в соответствии с законом привлек к ответственности всех преступников, руки которых запачканы кровью азербайджанцев. Возвращение российского генерала из Азербайджана с пустыми руками еще раз доказало, что никто и ничто не может заставить нас отказаться от своей принципиальной позиции. Наша армия и впредь будет решительно пресекать любые провокации Армении. И все должны усвоить это раз и навсегда. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч!